Растения нашей земли – украшения. Эту фразу еще раз подтвердили брещане, которые внесли свою лепту по благоустройству нашего уже по-настоящему зеленого города. На улице Фартечной, 115, появилась аллея благодаря работникам Брестского спецпредприятия. Она добавит городу над Бугом еще больше свежести и красоты. Акция «Тысяча деревьев к тысячелетию города» считаю очень полезной, плодотворной, продуктивной. В городе будет больше кислорода, больше зелени. Считаю, что одно маленькое полезное дело я сегодня сделал. Я с удовольствием присоединился к акции со своими коллегами «Садить деревья». Это нелегкая работа, как все говорят. Я буду в дальнейшем приходить и поливать свое дерево. Около 30 кленов будут радовать глаз жителей города. А обязательство ухаживать, поливать до того момента, пока они приживутся, всю ответственность берет на себя предприятие. Отметим, благодаря таким инициативам Брест расцветет еще больше и станет одним из самых зеленых в Республике Беларусь. Это свежий воздух, это красота, это уют. Также существует у нас программа внутри ЖКХ. Это программа, которая называется «Комфортное жилье и благоприятная среда», которая предусматривает эти все мероприятия тоже. Мы в ней посильно участвуем. В подтверждении тому, что Брестское спецпредприятие принимает непосредственно активное участие в городской жизни, разнообразная продукция. Именно они создают предметы уличной мебели. Так, на изготовление одной лавочки уходит примерно 36 часов, если мастерить ее будет один сотрудник. Вскоре этот элемент городской инфраструктуры будет использоваться при реконструкции бульвара Космонавтов, набережной Франциско Скорины и многих других объектов. Именно они предоставят возможность нашим жителям, где бы они ни находились, чувствовать себя спокойно и уютно. Юлия Селюк, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.